Да, конечно, Днепр многие года, да, это одна из топ-команд лиги, да, и много опытных игроков, и сыгранная очень команда, и я думаю, это будет хорошая такая проверка нашей команды, да, тем более выездная игра. Так что нам такие игры тоже нужно, да, и в таких играх, как сегодня, да, и я думаю, с Днепром тоже будет очень тяжелая игра. Команда, ну, как бы, находит свой такой рисунок, свой характер, да, чтобы... Да, потому что чемпионат будет длинный, да, и тяжелый, это уже все почти тренера сказали, да, и команды, и большинство очень ровные. Так что будем стараться, да, и думаю, конечно, игра будет интересная и трудная, тем более, что мы два соседя, тогда всегда такой дерби, да, игра, везде есть очень большой интерес.